теперь секрет этого фокуса. Что же нам для него нужно? Для него нам нужен туз черви обычный, туз пик обычный, карта гиммик из гав-колоды и еще одна карта гиммик из гав-колоды. Берем колоду. Снизу ложим сначала карту гиммик, потом ложим обычный туз пик. Куда-то в любое место в колоде втыкаем карту гиммик. Совершенно в любой. Потом в любое место ложим карту обычную туз черви и ставим на брейк. Просим в любой момент сказать стоп. Показываем зрителю его карту с двух сторон, накрываем, переворачиваем, делаем сменку с фига себе, якобы кидаем карту в колоду и начинаем пролистывать колоду на наличие этого тузика. Пролистываем, пока его не увидим. Там листаем. Вот прям чисто пока не увидим. Еще листаем. Слушайте, куда я его делал? Вот он. Листаем, вот зритель видит, это его карта. Все, спасибо за внимание.